Ждет, значит, жена доставку мебели. Звонок в дверь. Открывает она дверь. На пороге стоит мужик с деталью от мебели, ну и составной. Ну, она ему спрашивает: ты кто? Грузчик. Она ему падает на колени, расстегивает ширинку и сосет. Тот возвращается в машину, рассказывает всем это дело. Второй грузчик подхватывает деталь мебели, несется наверх. Опять та же история, она: ты кто? Грузчик. Она опять раз и сосет. Тот возвращается в машину, рассказывает тоже всем. Шофер подрывается, ну, водитель, и тоже бежит наверх. Она звонит в дверь, а она ему: ты кто? Водитель. Она ему: раз, деньги. Он: а минет? Он: какой минет? Муж сказал шоферу деньги, а грузчикам сосать. Умирает, значит, старый еврей. Ну и все тут собрались. Он говорит: Сарочка, жена моя, ты здесь? Он: да, 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 я здесь. Он: а сыновья мои, Абрам и Мойша, здесь? Он: здесь. Он: а где же наш внучек? Он: я здесь, здесь, дедушка, мы все здесь. Он говорит: ну, коли вы все здесь, для кого на кухне свет-то горит? Явление. Ищу девушку, которая сосет, но не глотает. Не интим, будем солярку воровать.